Переводные бабочки в макияже просто покорили всех, особенно американский ТикТок. И, конечно же, переводные татушки куплены, поэтому давайте скорее повторим. А еще для полного образа у меня платье с бабочками. Итак, выбираем нашу бабочку и разрезаем ее пополам. И каждое крылышко переводим на внешний угол глаз. У меня, кстати, все получилось с первого раза, татушки не провались. Тут не хватает, конечно, макияжа глаз, поэтому есть повод проверить новую коллекцию от Beauty Bomb. С этими румянами случилась просто безусловная любовь. Как и с этими фломастерами-подводками с гелевыми карандашами. Пигментация и стойкость этих продуктов просто 10 из 10. В качестве подложек под тени я ничего не использовала и считаю, что справились они вполне себе неплохо. Цветные туши оказались очень насыщенными, а блеск как блеск, ничего необычного. Вот такой получился макияж, снятый в 2 часа ночи.